поручению губернатора Сергея Морозова реабилитация должна быть доступна для каждого ребенка-инвалида, вне зависимости от места его проживания. Поэтому в муниципальных образованиях области открывают социально-реабилитационные центры. Один из них под названием «Добродар» появился в районном поселке Чердаклы. Отделение Димитровградского центра доверия открыто в здании средней школы номер 1. В Чердаклинском районе проживает 187 ребят, которые имеют статус детей-инвалидов. Они все пройдут в этом центре в течение года. По положению, каждый ребенок должен пройти первоначальный реабилитационный процесс в течение 4 месяцев, потом другой, потом они возвращаются. Вот так цикличная реабилитация будет проходить. Кроме того, в районе живут 306 молодых инвалидов, которые также смогут воспользоваться услугами центра. Помещения будут предоставляться для учащихся школы, испытывающих проблемы со здоровьем. Дети с ограниченными возможностями физического здоровья будут заниматься лечебной физкультурой, отдыхать в сенсорной комнате, учиться готовить пищу и социализироваться в обществе, заниматься творчеством, познавать мир. Новый центр осмотрел губернатор Сергей Морозов и пообщался с его воспитанниками. Можно играть как раз туда, туда ремень тоже? Произносить, да. Ремень можно куда-то? Нет, да? Амин, попробуй. Ну-ка, давай попробуем. Семиклассник Рената и его мама Оксана в числе первых, кто будут заниматься в центре. Работа в учреждении ведется не только с детьми-инвалидами, но и с их родителями. Говорят, что открытие Добродара ждали с нетерпением. Устали постоянно ездить в Ульяновск на реабилитацию. Это вот езда туда-сюда, считай. Мы его там не оставляли сначала, все время там отвозили, в обед забирали. Ну, это дорога все, и время. А здесь вот все под боком, все знакомые. В настоящее время открыто 26 отделений для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В штат подобных отделений входят логопеды, психологи и специалисты по лечебной физкультуре, проживающие на территории муниципального образования. На создание и оснащение таких центров предусмотрено в этом году 36 миллионов рублей. Егор Цтов, Юрий Конехин, новости Улправда ТВ.